Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed, Vayahi Binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyafusu Oyveha, Veyamu Misanecha Mipanecha Ki Mitzion Tetze Torah Ki Mitzion Tetze Torah Udvar Adonai Meyerushalayim Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael Bidush Avno Shema וישכון בתוכנו רב חסד באמת והיה עליכם אשפוך את רוחי על כל בשר. Прежде чем мы начнем читать из священных писаний, я вижу, что сегодня у нас какая-то повышенная детская активность. Это, наверное, из-за хамсина, который был на прошлой неделе. Но сегодня хамсина уже нету. Поэтому, пожалуйста, родители, возьмите детей поближе к себе. И это часть того, чему они тоже должны учиться. Бархует Адунай Мивурах. Баруха Адунай Мивурах Леулам Ваэт. Баруха Адунай Мивурах Леулам Ваэт. Баруха Та Адунай. Элухейну мелеха улам, ашер бахар бану микол амим, венатан лану эт торато, баруха та Адунай, нотена тора. Аминь. Можно присесть. Благословен Господь, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и даровал нам Тору. Благословен Господь, дарующий Тору. Аминь. Мы читаем сегодня из недельной главы, которая называется «Гдушим». Я знаю, что на прошлый шаббат тоже мы это читали. И это книга Левит с 19 главы. Левит, 19 глава. Вайдабер Адунай, эль Моше леймор, дабер, эль коли дат бне Исраэль, ваамарта элехем, кдошим тию, ки кадош, ани, Адунай элоэхем, иш имо веавив тирау, Вечаптотай, Тишмору, Ани, Адунай Элоэхем. Альтифну, Элилим, Велоэй, Масехал, Лотасу, Лахем. Барухата, Адунай, Элоэйну, Мелеха, Олам, Ашер, Натан, Лану, Торат, Эмет, Вехаи, Олам, Ната, Бетохейну, Барухата, Адунай, Нотена, Тора. Амен. Я прочитаю на русском, 19 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых, и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш. И не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе, я Господь Бог ваш». И так далее продолжается
это чтение. И, как я уже сказал, я знаю, что в прошлый раз Исаак, он тоже делал интерпретацию на эту главу, которая называется «К душим». Поэтому я сделаю это тоже вкратце и постараюсь. Знаете, мы часто слышим вот это вот слово «кадош», то есть как переводим его «святой». И что это значит? Что Бог имеет в виду, когда Он говорит «будьте святы, потому что я свят»? Что значит, что Бог свят? Что Он хочет от нас, когда Он говорит, чтобы мы были святыми? И есть такое понимание иногда у людей, что чтобы быть святым, ты должен куда-то уйти, уединиться в каком-то месте, может быть, закрыться в храме, чтобы тебя никто не видел, и все время проводить с Богом. Это хорошо, ты все время с Ним наедине, ты молишься, ты пытаешься постить что-то, пытаешься, чтобы твоя душа приподнялась к Нему, приблизилась, получить какие-то откровения. И так иногда проходят целые годы. И вот вопрос, действительно ли этого желает от нас Господь? Потому что слово «святой», оно переводится как «отделенный» или «предназначенный для чего-то», или даже «отделенный для какой-либо цели». «Святой» — это перевод этого слова «отделенный». Бог говорит, будьте вы отделены, потому что я отделен. От чего Господь отделен? Бог, Он отделен от греха. В нем нету ничего нечистого, в нем нету ничего темного. Написано, что Бог не есть тьма, но Он есть свет. То есть Бог, Он есть свет, в нем все чисто, Он отделен полностью от греха. И вот Господь говорит, я хочу, чтобы и вы были отделены. И как я уже сказал, можно взять и отделить себя от всего общества и проводить с Богом время. И ты будешь его постигать, ты будешь его понимать. Но это не то, что желает от нас Господь, когда мы читаем вот эти вот писания. И здесь... Исаак в прошлый раз говорил об этом. Перечислены заповеди. Определенные действия, которые Бог хочет, чтобы мы делали, чтобы быть святыми. Чтобы быть отделенными. Отделенными от тех законов или от тех пониманий, которые присутствуют в этом мире. Потому что мы живем в этом мире. И Господь желает, чтобы мы, да, находились в этом мире. Но чтобы мы жили по Его понятиям. Чтобы мы жили по Его законам. И чтобы мы были отделены от тех пониманий, как иногда люди что-то толкуют, или понимают, или поступают, тем самым совершая, согрешая против его заповеди. И вот здесь перечисляются многие правила, скажем так, которые говорят, во-первых, по отношению между человеком и Богом. Как он должен соблюдать, что он должен делать, как он должен поступать. Потом идут законы, которые говорят по отношению друг к другу. Как поступать со своим ближним? Исаак в прошлый раз проповедовал как раз или говорил на тему, что значит возлюби своего ближнего. Как поступать с ним? Как относиться к нему? И это все не так просто. И если ты стоишь в какой-то лидерской позиции, может быть, ты судья, как поступать на суде? Все это здесь записано. И Бог говорит интересную вещь. Он говорит, не нужно вам отделяться. Потому что отделиться, запереть себя в монастыре или в комнате, проводить время с Богом, это очень легко. Почему? Потому что тебя ничего не искушает. Ты находишься с Ним в одиночку, ты пытаешься приблизиться, это нормально. Но когда ты находишься в этом мире, то очень много соблазнов приходит. Приходит очень много вещей, которые выявляют твой истинный характер. И пока твой истинный характер не будет выявлен, пока он не будет перекручен, испытан или переделан, то ты так и останешься со своей темнотой внутри себя, даже если ты заперся где-то в комнате. И Бог говорит, я хочу, чтобы вы, да, жили среди этого мира. Говорит, я хочу, чтобы вы были здесь, в этом мире, со всеми этими испытаниями, когда люди, с которыми мы сталкиваемся, ведут себя определенным образом. Где-то нас обижают, где-то мы кого-то обижаем. Где-то нам вставляют палки в колеса. Бог говорит, я хочу, чтобы вы все это проходили. Но чтобы вы реагировали соответственно. И здесь написано, не мсти, если тебе кто-то что-то плохое сделал. Написано, не храни злобы на ближнего твоего. Даже если что-то у тебя есть в сердце, приди и обличи его. Говорит, не ходи переносчиком в народе твоем. Говорит, не грабительствуй. Знаете, вот я хочу прочитать 13 стих с 19 главы. Написано, не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не обижай ближнего и не грабительствуй.
Иешуа когда-то употребляет вот это вот слово в Новом Завете. То есть не Иешуа, а апостол Павел пишет. И как раз касается вот этих вот мест Писания. Я хочу прочитать из Коринфян 5 главы. Пятая глава, 9 стих. Павел пишет: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С такими даже и не есть вместе». Здесь Павел показывает очень интересную вещь. Он говорит о тех же самых законах. Лихаимцы, хищники – это те люди, которые пытаются нажиться. У них есть большая страсть к богатству, чтобы разбогатеть, сделать свой бизнес. Но вот это вот желание, оно идет всегда за счет ближнего твоего. Он не смотрит, насколько ему плохо или хорошо, насколько он пострадает или не пострадает. Он идет напролом, берет подарки, где-то лукавит, где-то чуть-чуть обманывает. Павел говорит, вот это вот все, и такие люди Царствия Божьего не наследуют. Здесь же он также перечисляет блудников, сексуальные отношения какие-то, знаете, вне брака, когда человек еще не женился, например, не вышел замуж. Тут подруга, там друг, тут подруга, там друг, можно поменять. Он очень серьезно к этому относится и почти все вот это вот ставит на одном уровне. И говорит, что такие Царствия Божьего не наследуют, и все оно приравнивается к идолослужению. Пьяницы и злоречивые, у которых язык длинный. В Ветхом Завете мы читаем: «Не ходи переносчиком среди народа твоего». Но здесь он показывает очень интересную вещь. Он говорит: «Я писал вам не то, что со всеми такими людьми не общаться, потому что мы знаем, что в нашем мире много таких людей, и мы сталкиваемся с ними, и мы видим, как наш друг, знакомый ведут себя. Иногда мы молчим, иногда мы что-то пытаемся говорить, но иногда тяжело говорить, например, о каких-то сексуальных отношениях. Для молодежи, я думаю, это очень сильно касается. Почему? Потому что так принято во всем мире, так себя все ведут. Ты знаешь истину, что Бог хочет, но ты видишь, что на самом деле поступают по-другому. И ты не знаешь, что же делать, промолчать или сказать. Но Бог говорит, это все, оно относится к твоей святости. Может быть, люди вокруг тебя будут смеяться над тобой, что ты соблюдаешь вот это или то, или думаешь таким образом. Но Бог говорит, это приближает тебя к святости. Это делает тебя святым, похожим на меня. И Павел сказал, он говорит: «С такими в мире, с друзьями, знакомыми ты можешь общаться. Это нормально, не надо тебе их избегать. Но ты можешь говорить к ним». Но здесь есть что-то другое, он говорит. «Но если есть такие среди вас, которые называют себя верующими, которые пытаются идти за Богом, а сами поступают наоборот, остаются, как написано, блудниками, или злоречивыми, или пьяницами, или так далее, и тому подобное». Он говорит, с такими даже не ешь вместе. О чем это говорит? Это говорит о том, что стандарт к верующим, он намного выше становится, когда мы находимся друг с другом. Когда мы находимся в общине и проводим время где-то друг с другом, общаемся друг с другом, то к нам Бог поднимает стандарт намного выше, чтобы мы научились правильно друг к другу обращаться, чтобы мы научились где-то как-то кого-то ободрить, а может где-то кого-то обличить. И вот этот вот стандарт, он как раз и говорит о нашей святости. Если мы пытаемся помогать ближнему, поддерживать его, если ты видишь бедного, если ты где-то обличаешь, то Бог говорит, это тебя все приближает ко мне, это делает тебя святым. Здесь, в этом мире, в развращенном мире, в котором ты находишься, он говорит, делай все это и будь отделенным от этого всего, от их понимания, поступая по моим пониманиям, поступая по моим законам. И тогда ты будешь святым, тогда ты будешь приближаться ко мне. И вот эти вот наши черты характера, они всегда будут выплывать. Они всегда будут выплывать наверх, когда мы сталкиваемся друг с другом. Они будут показывать наш истинный характер. Хороший, плохой, такой, какой он есть. И Бог говорит, я хочу, чтобы вы научились изменять его. С моей помощью изменяйте его, работайте над ним, потому что это дорого в моих глазах. Аминь.
Давайте мы все встанем, уберем свитки. Спасибо, Дима. Правильно и здорово сказал. Все встанем, давайте. Зот атурашер сам Моше, лифней бне Исраэль, аль пи Адунай бияд Моше. Аминь. Вот Тора, которую Моше передал народу Израилеву по Божьему повелению через Моисея. Аминь.